Так, ну подожди, ну куда ты пошел? Ну подожди, ну остановись. Что у тебя в зубах? Смотри. Кот, у меня появился новый кот. Давайте мы его посмотрим. Вот, у меня один сдох, а второй у меня появился. Ну куда же ты? Ну стой. Ну, что ты там нашел? Что-то очень вкусное. Как тебя зовут, а? Ну, по сути, потому что он у меня живет, значит, это мой кот. Вроде как бы, да? Слушай, давай познакомимся с тобой. Что там у тебя? О, кость раздобыл. Довольно вкусная, походу. Да, слушайте, как он мурчит. Вкусно? Так, ребят, давайте срочно думать, как мы его назовем. Не может же кот быть без имени. Да, кот живет у меня на чердаке. Так, ладно, оставим кота в покое. Так, жду от вас комментариев, как назовем кота. Все в наших силах. Кот ничейный. Все, теперь называем.